Итак, это у нас Gadget News и новые подробности о Xiaomi Redmi Note 5a. Совсем скоро компания Xiaomi представит новый доступный смартфон Redmi Note 5a. Из многочисленных учечек нам известны практически все характеристики и особенности девайса. Мы знаем, что он будет представлен в двух версиях: обычный Redmi Note 5a и более продвинутый Redmi Note 5a Pro Prime. Последний получит мощный процессор, больше памяти, улучшенные камеры и сканер отпечатка пальцев. Также недавно стало известно о наличии фронтальной вспышки для селфи. Новая утечка указывает, что Redmi Note 5a оснастят одной полезной опцией. Многие современные смартфоны имеют поддержку двух сим-карт, правда, в большинстве случаев пользователю приходится выбирать между второй сим-картой и возможностью расширить объем встроенной памяти с помощью microSD. В Redmi Note 5a такой проблемы не будет. Попавшие в сеть изображения демонстрируют, что смартфон получит три независимых слота под две сим-карты и одну карту памяти. Ожидается, что смартфон Redmi Note 5a будет иметь 5,5-дюймовый HD-дисплей, процессор Snapdragon 425 или Snapdragon 430 в зависимости от версии, 2 или 3 гигабайта оперативной памяти, встроенный накопитель на 16-32 гигабайта памяти, 13 и 16 мегапиксельную основную камеру, 5 и 13 мегапиксельную фронтальную камеру, поддержку 4G и аккумулятор емкостью на 3000 мАч.